Привет, с вами Дмитрий Денисов, и сегодня мы рассмотрим женский сноуборд компании F2, модель Freedom. Сноуборд выполнен по Flat Rocker технологии. В зоне крепления он идет Flat, под чуть дальше за креплениями он идет Rocker, немножечко подогнут вверх. Доска выполнена по технологии Twin Tip. Это абсолютно идентично со стороны хвоста и нашего носа. Досочка мягенькая, жесткостью четверкой. В принципе, подойдет для фристайла и парка. С вами был Дмитрий Денисов. На этом все. Специально для snowboardabout.com.